Значит, учение о Марии, Мария, Мать Иисуса, Богородица, учение Марии было тоже литургическое. Эта догма принята на Третьем Вселенском Соборе, подтвержденная на Четвертом Халкидонском. Во всех древних литургиях прославление Марии, послушайте название, Богородица, Заступница, Благословенной Царицы, Вечной Девы, Непобедимого Генерала, избавившего Византию от вторжения нечестивых своим чудным вмешательством. Она же храм, крепость, трон, ковчег Божий, нерушимая стена, последний образ выражен в мозаике в храме Святой Софии. Ей приписывались неисчислимые чудеса, и не только ей самой, но и ее иконам. И жизнеописание святых изобилует ими. Феодор Студит пишет о ней так. Она единственная во всей истории, имея ангельскую природу, избрала иметь семью и участвовать в человеческой жизни. Ангельскую природу. На иконах она изображается в окружении ангелов, апостолов, мучеников, святых, Еноха и Илии. Она посредник между людьми и сыном. Сын недостаточно одного посредника. Она агностицизм. Потому что сын ей доверял. Эманация. Эманация. Особый ее интерес в укреплении церкви, православия, защите империи. Политические задачи у нее. Укрепление империи. Потому что империя это тоже... А началось только с того, что мы не поклоняемся, да, Марии. Как там? Что началось? Ну вот на соборе тогда. На соборе, на третьем соборе на Ефесском соборе. Явился со своей идеей Несторий, который сказал, что почему мы говорим Богородица, когда она родила не Бога, она родила Христа. Ну и тогда на него зашикали, что если она не Бога родила, то мы не спасены. Пошло у нее. Вы понимаете ли, не сбивчивость богословия, не разработанность. А богословие – это внимательное изучение Писаний. Знаете, на все эти вопросы ведь можно было бы найти ответы. И о Марии в том числе. Ну, надо же писать такое. Защита империи. Так, какой-то вопрос был. Почему Бог допустил разделение империи на восточную и западную? Это же очень интересный вопрос. Это кто такой умный вопрос задал? Кто такой вопрос умный задал? Вы? Значит так, в своей речи в Ареопаге, в Афинах, апостол Павел говорил, Бог определил времена и пределы обитания всех народов. Для чего? Чтобы искали Бога, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть история и география даны нам, чтобы мы искали Бога. Вот это разделение, да, это Бог допустил, чтобы искали Бога, чтобы имели ревность, чтобы имели соперничество, чтобы могли одни предлагать идеи другим, чтобы пробовали свои силы в том и в другом. Понимаете ли? Ну, это одно значение. А второе значение – это что восточная часть, она христианизировала огромнейшую территорию России. И у Бога все имеет значение. И у него имеет значение и наша страна. И это уже отдельный вопрос, как так сказать, предопределение, назначение каждой страны. Какую роль каждая страна играет? Каждая страна Европы. Вот, собственно, изучение истории
который у нас несколько скомканно идет. Я вот хочу поговорить с вашим руководством, что это трудно сочетается, мысли богословские, о патристике и мысли вот об истории. Потому что история, она безумно интересный предмет, очень интересный. Это деяния вот апостолов нам даны здесь, а это деяния Божьих людей в истории, деяния Бога в истории. Как он, и какую роль каждой стране он отводит, и какое назначение каждой стране отводит. И очень часто страна, которая оказывается враждебной, вдруг она самую большую пользу приносит. Враждебной к Богу, и вдруг она самую большую пользу может принести. Ну, это все конкретно видно на конкретных событиях. С реформацией у нас не будет, мы ничем не будем перебиваться, мы сможем смотреть деяния Божьи в истории. То есть это, да, это промысел Божий, и это промысел также готские завоевания, в результате которых возникла Европа, так? И завоевания арабские, в итоге которых исчезла Восточная империя. Понимаете ли? То есть огромнейшие события и значение их от истории изучать. Скорее всего, чтобы... Мне так кажется, чтобы не было вот этого тоталитаризма христианства. То есть, если бы осталась одна церковь, то вот это вот насилие бы христианства... То есть очень хорошо, бы, очень хорошо, очень хорошо. Куда бы мысли. Пришли, туда бы и пришли. Да, и вот да, да. Был бы везде папа, например. Да. А так вон как. Мы не даем ему распространиться слишком сильно. Культ Марии... Собственно, он и поддержал культ всех других святых. Это главный культ, который поддержал культ других святых. А вот этот культ святых и ангелов связан с собором в связи с иконоборчеством. Решение Никейского собора. Ангелы были раньше как бы недостающим звеном между видимым и невидимым мирами. И был сделан литургический вывод, что церковь, поклоняясь Богу, делает это в окружении ангелов и архангелов вместе с апостолами, пророками, мучениками и всеми праведниками. И это литургия, потому что... так. Мы приступаем не к горе Синаю, а к горе Сион. Церкви первенцев, к огромному сонму святых, понимаете? То есть мы все время должны чувствовать, что мы с вами принадлежим к одной церкви. И с Максимом Исповедником, и Августином, и Иоанном Златоустом. Слышите? Мы принадлежим к одной церкви. И вот эти все три темы были темами икон. Крест, воскресение и Богородица и ангелы с остальными. То есть догматически церковь это ничего не проработала. Мы с вами догматику церкви все изучили. Там не было рассмотрено вот это вот, что церковь, поклоняясь Богу, делает это окружение ангелов, архангелов, святых. Но литургически... Она это учение произнесла литургически, то есть вот в этом богослужении, в украшении храма. Теперь таинство. Учение о таинствах возникло при систематизации литургического богословия. Это был мощный элемент литургии, хотя и неоправданный богословски. Церковь, вы понимаете, что таинство, оно давно потеряло значение заповеди Христа. Помните, он сказал? Творите в мое воспоминание. Это давно уже перестало быть этим. Церковь участвовала в таинстве Евхаристии Небесной, Бессмертной. Учение о таинствах связалось с империей, ее сохранением, ее величием, благополучием. Представляете как? То есть то, что и не предполагалось совершенно. Именно таковы были церковные молитвы, соединяющие всех. Все верующие были как бы защитниками империи, церковь как новый рай, к
Крест – это древо жизни, и никакой демон не мог более соблазнить Еву. Вот какая картина. Вот какое представление в умах было. Таинство крещения – это новое рождение от Святого Духа с правом называться Детем Света. И Бог дал христианам два дара – священство и империю. Ну, как бы это, вы хоть держитесь за стулья, чтобы не упасть. Земные дела этими дарами исцеляются и упорядочиваются, как на небе. И императора нужно слушаться, даже когда он вмешивается в церковные дела. Он же призван и поставлен Богом. Так. Удивительно, что потом, когда была революция, сказали, что религия – это опиум для народа, чтобы держать их в подчинении государю. Когда ты такое почитаешь, конечно, а для чего это еще сделано? Чтобы только в подчинении государю держать. Ну, что-то такое настоящее. Так вот, значит, с концом... Значит, с концом иконоборчества цезарепапизм сменился императором с патриархами. Иконы стали символом православия. А что такое цезарепапизм? Вы знаете, когда соединение Цезаря и Папы. Цезарепапизм. Так вот, после иконоборчества теперь будет император с патриархами. Иконы стали символом православия. В них объединяются правильное учение с правильным богослужением. Восстановление иконопочитания в 843 году – это праздник православия. Так, я расскажу, что это за праздник православия был. Пришла к власти императрица, которая решила восстановить иконы, и она начала эту икону восстанавливать с казни павликиан. И она казнила 100 тысяч павликиан. Кто выжил, бежали в другие страны, в том числе и на Россию, на Русь. Некоторые влияния наших первых движений, там, стрекольников, потому некоторые относят к павликианам. Очень много их в Армении. 100 тысяч она казнила павликиан. И таким образом восстановила поклонение иконам. Это был праздник православия. Как пророки видели, как апостолы учили. На крови замешаны. Да. Как церковь восприняла и богословы учили, как икумения согласилась единодушно, так и мы верим, так говорим, так и объявляем, почитая Христа, нашего истинного Бога, Его святых, в наших словах, писаниях, идеях, жертвах, храмах, образах. Такова истинная вера. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.